Понимаешь, многие думают так, что надо хобби сразу же превращать в бизнес. Но так не бывает. Редко когда это просто посчастливится, хобби сразу становится бизнесом. Я обычно делаю так. Я продолжаю заниматься тем бизнесом, который мне приносит деньги. В это время, как пилотный проект, развиваю хобби. И смотрю, какой хобби начинает выстреливать. И когда этот хобби начинает выстреливать и начинает иметь коммерческую перспективу, я продолжаю раскачивать, пока это хобби само не докажет мне, что она достойна на самостоятельную жизнь в виде бизнеса.